С вами канал AlexDNPro. И это третий зомби. Выпуск. Смотрите, на нас нападает зомби. Ха, опасный бандит. Батьку моего, у меня же тоже по-моему. Так защищаемся. На! На, получай! Новое достижение, охотник на монстров. И гнилая плоть. Вот это да, это ж надо было. Вот, вы видели, какой он опасный, как он рычал. Я прям вообще аж обалдел от этого. Так гнилая плоть вот с него выпала. В принципе, мы так пока что ничего не делали, да? Вот это сразу да, прям перепугаться так перепугался, да. Так, давайте вернемся домой, вот как бы. Ночью ходить, в общем, опасно. Вот я да, вам что, жил с нашей железной что хочу сказать, да, как бы очень опасно и страшно, вот даже. Потому что ночью ничего не видно. Давайте факел, может, включим, да? Да не надо, тогда не наоборот прибегут. Ага, тогда не все, тогда уходим. Так, про, давай, советуй, как нам идти возвращаться домой. Вроде бы это было как-то вон там вот. Вот сюда, да, вот так вот? Угу. Так, а ну-ка, смотрим. Нет. Там опять кто-то хрюкал. Так. Свингберг или что ли? Да, вон точно, точно свин. Да. Ладно, у нас там есть 10 мяса. Ага, вон там вот что-то, смотрите, есть, да? Это хватает. Так, вот давайте вот сюда пойдем, вот так вот. Я вижу, что нам нельзя найти. Мы хотели украсить наш щит. Точно, да. А флагом, а для этого нужно будет найти овечек, да? Да. А когда у нас уже начнутся адские путешествия, тогда наша цель будет близко. Ой, упал. Смотрите, он прям упал. Так вот как-то как разбился прям, да? Гулян. Ой, это кто такой, смотрите? Это слайм. А кто это? Слизь. Он опасный, да, наверное? Или его можно уничтожить? Да, он опасный, давай его уничтожим. Короче, да, он представляет опасность. О, с одного что? Удара, видите? Ну что, ничего себе, смотрите, какая огромная дыра. Да, будем золото добывать. Там вот смотри, что там есть. Там, короче, есть какой-то, да, это уголь, это, по-моему, железо, назад, да? Давай чуть назад отойдем, да, чтобы не упасть туда, не свалиться. Еще один. Опа. Открыто новый рецепт из легенды справочника. Короче, мы осваиваем тут остров, теперь когда у нас есть этот новый комплект брони, да, мы можем теперь никого не бояться и ходить да, по лесу спокойно. Спокойно. А вон там курочка, наверное, да? Да это? Ладно, давай ее оставим. Так, нам нужно найти все-таки наше обиталище. А тут какая-то карта должна быть, да, еще ты говоришь? А что это за здание? По-моему, это здание, да, или что это? Это просто так случайно. Давайте поближе подойдем и посмотрим, да? Там не можем, там речка на следке. В смысле? А мы разве вплавь не доберемся? Или он утонет? Очень долго. А. Скорее всего, да, мы утонем. Сейчас давайте посмотрим, что там оно. Вот это да, вот это вышли, так вышли. Его жизни нету. Предлагаю покушать. Смотри, полсердечка. О, яешка. Курица. Отлично. Там, вон наше жилище. Ага. Паук? Или нет? Нету, смотрите, все нормально. Вон яйцо, давайте возьмем, да. То, что наша курочка высадила. Да, отлично. И о, какой-то торт, да, теперь да, можно сделать даже. Сделать. Так, ну возвращаемся домой, давайте все-таки. Чуть вернемся. И сделаем ферму. Так, а где же это было здание, да? Помнишь, вы видели, ну, да, ладно, туда? Ну давай уже это будем делать утром. Вдруг точно. Это ведьма. Тогда еще, вон, так смотрите, это настоящее здание, да? Даже я ведьму не знаю, как бы. Там верстак есть, я уже вижу. Вообще круть, да? А может, знаете, что сделаем? Может, давайте сделаем к нему типа мостика, да? Ну, давай, как вы считаете? Утром, потому что, как вроде бы я помню, в какой-то карте это был домик ведьмы. Ведьма, она очень сильна. Она может нас просто отравить и как бы... Ага, мы то есть... тогда и потеряем весь наш крутой железный набор, который у нас еще вообще недавно появился. Вот это круть. И так. Много мяса. Так, теперь мы знаем, где брать мясо, да, куриное, да, в частности. Что да, домик, конечно, мы в него заглянем обязательно. Утром. Потому что, ну, да. С ведьмой воевать нам не хочется. Да, непонятно, кто там. Может, там что-то, опасность какая-то есть, да? Mm-hmm. Поэтому, в общем, идем к нам. Вот, идем тут у нас... Хорошо, спокойно, красиво, да, вот смотрите, как освещается наше жилище пока. Но вообще, давайте еще поставим факелов, чтобы было его более заметное, чтобы оно было, так сказать, добавим ориентиров, чтобы в темноте мы знали, где оно находится. И сделаем
сделаем еще ферму тростника, да. Ну так, и плюс, это будет дополнительная защита от спаунеров, чтобы они тут не появлялись, да? То мы их очень боимся спаунер? Вообще пока еще. Они ну, тут да. не могут появиться. Они могут? Под землей. Это просто зомби спаунеры. А, ну, просто зомби, да? С спаунерами. И покушаем. Так, отлично, да. Вот давайте еще сюда поставим маячок. Все. О, зомби, зомби. Кто это там, смотрите? Зомби, давайте-ка его убьем. О, вот точно. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, убегаем, короче, от них. Убегаем, нам не надо. Смотрите, это нет, давай, короче, я вообще супер босс. Я здесь самый крутой. Не надо, не надо. Вы видели, как он них? Вот это взрыв был. Самая мощная петарда прям. А там вроде бы еще один крипер был, бегим. О, зомбарик, смотрите какой. Вы видели, да, как он взорвался? Такая петарда огромнейшая. Так, а ты же говорил, криперы не могут там спауниться. Они могут ночью спауниться, а днем они не могут спауниться. А зомби ночью они умирают, да, или нет? Вот, видишь, они уже умирают. Фу. Они ночью умирают, они днем умирают. Фух, вот это да, прям. Видишь, как они... Да. И это потому, что у нас еще и меч есть хороший, да? О, крипер, крипер! Вот, где? Видишь. Точно, там. Смотрите, запрятался, да, такой, типа... Крипер, мы тут, мы тебя видим. Давайте аккуратненько сейчас так подойдем к нему и так вот. Он заметил! Быстро сейчас давайте его убьем. Беги! Ох, перестал. Потому что мы отошли. Ладно, нам земля не нужна. Да не, давай возьмем, все равно это ж на халяву все. Семечки. Семечки, да, круто. Да, круто. Там мы теперь вообще убийца криперов, да, прям такими стали. Победитель. Нам надо покушать, срочно. Крипер слайер. Так, ага, но для этого нам нужно приготовить что-нибудь вкусненькое, да? Да, то есть шашлычок наш. Для этого нам надо точно, пойти домой, точно. Там у нас просто печка. Да, возвращаемся на нашу базу, да, у нас такая, как у этих, у супергероев, база в скале, да? Закрываем дверь. Домик, у нас будет, вот да, потом особнячок сделаем еще сверху. Давай пожарим сразу. Так, что для этого нужно? Значит так, уголь туда ставим. Так, сырая свинина. О, пошло. Ой, как, какой запах, я прямо сейчас чувствую же. Ням-ням-ням. Так, а что такое? Хлоп. Так, а что это такое? Жареная свинина. Так, а ну-ка ставим сюда. И выходим. Так, и теперь вот так вот нажимаем. Левая клавиша. О-о-о, и здоровье! Вот это круть вообще, да. Теперь, когда есть у нас жареное мясо. Меч, кстати, заканчивается. Ну ничего, да. У нас там вроде бы было еще немножко железка, да? Да, ну если что, мы сделаем новый меч. Мы, кстати, знаем, как делать мечи. Мы показывали вам уже в прошлый раз, да, это берем, значит, палочку, вот смотрите. Вот сюда вот палочку. Палочку, и нам нужно два кусочка металла. Давайте золото возьмем. А ну-ка, золотой меч. Золотой меч. Урон чит. Так урон у каменного даже больше, чем у этого. А. Золотого, прикиньте, да. Я думал, золотой крутой, а он тут. Вообще какой-то ну, слабый. Ладно, тогда мы можем сделать... Не, из золота будем что-то другое, наверное, делать, о, да? Кусочек золота. А это нам не нужно, да. А, глупости такие, да? Ну, мы, если что, потом каменным будем. Вроде... Смотрите, у нас а, два да, каменных точно, меча. Вроде бы нам надо добыть редстоун, это красный камень в переводе. И тогда мы сможем, в общем, сделать эту как там... Из давайте золота камень. Часы. Ага. А из редстоуна нельзя сделать каменный меч какой-то крутой? Нет, нельзя. А каменный только из булыжника, да, делается? Да, каменный из булыжника делается. Так, давайте соберем еще вот свинину, что у нас тут уже заканчивается. Все, давайте. И пожарим нашу ага, вот курицу. Еще вот, и, а вот эту нельзя жарить? Нет, нельзя, она и так сразу кушается. Ага, все, ставим есть. Сюда. Так, сразу. Теперь курятина, это тоже, наверное, что-то вкусненькое будет, да? Курочка, так, кремень. И делаем красители. А как красители сделать? А для этого нам надо вот верстак давай. И вот сюда вот ставим мак. Сюда, да? Да. Центр мак. У нас получился красный, красный краситель. Краситель. Есть. Берем. Сколько нам нужно? Да, 6 такое. Все 6 и делаем. Да, так, 6. Есть. Красители сделали. Так, а теперь нужна еще шерсть, да, по-моему? Чтобы сделать нам флаг, нам нужна еще теперь... Ладно, можно и белый сделать, но как бы белый некрасиво. Ну да, точно, точно. А перо для чего? Что мы с него? Из него можно сделать стрелу.
О, стрелы, кстати, У нас нам как нужны. раз уже есть перо, палка и кремень. Ага, стрела получится. А этот, как он называется? Лук. Лук-то нам нужен еще, да? На улице пауки. Пауки уже пошли? Да нет, они уже сгорели. А, они только по ночам. Это ночные пауки, да, видимо? Фух, так, ну что я вам могу сказать? На этом, что у нас тут? Идем искать пауков, да? Или давайте все-таки сходим на домик ведьмы, да? Вот этот вот, Да как мы и ладно, она нас планировали. убьет. Да не убьет, у нас самая крутая броня, которая вот могла только нам Ну давай попасться. тогда. Вот, то ж надо было, да, такое откопать. Так, теперь идем дальше. Где он делся, там домик ведьмы? Так, я уже не помню, Вроде бы как аж на мы другом туда. острове. Да, я вот не помню, как мы туда шли. О, смотрите, осьминоги какие-то, да, там плавают. Они очень быстро уплывают, я их просто зельем невидимости убиваю. Так, заходим на верхушку. О, тыквы. Давайте добудем тоже немного тыквы. Да. Это круто вообще, да, тыква? И теперь мы можем сделать светильник Джека. Так, что у нас тут еще есть? Такого ничего больше нет, да, интересного. Хоп, хоп. Эх, Ой, а что тут такое, провалились, давай смотрите? вверх, а то дыхание закончится, и нас холодить будет. Все отлично. Так, значит, ищем, где же наш домик. Меня он очень сильно интересует. Давай тогда уже эту следующую серию сделаем. Ну давайте, да, наверное, это уже сделаем в следующем выпуске. Что ж, если тебе понравился этот выпуск, ставь лайки, подписывайся на наш канал, пиши комментарии. Да, пиши И до комментарии, все встречи. отзывы. Всем Да. удачи и пока. Пока-пока. С вами был Про и Балдес.